настрой АФК, можно нормально перевести проф. Иди пей. Отлично. Топнули по профессору, мерзоцы. Открываешь рекаунт и удаляешь его. Вот это он вас. Смотришь, кто бьет. Набьем. Бьем слизняка. Вводим проф. Иди, иди, иди. Все к столу ужались. Бафом бьем. Квадрат. Ждем все милики, сбежали все в квадрат. В квадрат сбежались, в череп. Бог надо. Давайте. Давайте зеленого. Медицинт. Тримколб. Красный милики попров. Мини-центр. ДД по этому по красному. Милики попров. Мини-центр. Оставляю и иди к зеленому кранику. Квадрат стали все. Все милики в квадрат. Это добейте профа. Это заклинание еще не готово. Ты профа. Центр. Стопните попроф. Стопните попроф. Не бейте его сейчас. Бейте. Рога, блядь, ты тупой! Он хочет убить его. Идите, профа, вставайте в квадрат. Бафом бейте. Зеленый уже в квадрат побежали. Квадрат сбежались. Квадрат, квадрат, квадрат. Бежали к черепу. Эти профа добивайте зеленого. Эти геру. Пельмени центр. Пельмени куда-то в глубине летят. Ста
притворился мертвым. Правдоподобно. Бэт, води. Пельмени, центр. Эти боссы так. Типа, Срога, ты можешь мне объяснить, в чем твоя проблема? Ты ловишь красного, ты не стопаешь, у тебя и так дамаг галимый, да, но значит, почему ты не стопаешь дамаг? Вот я сейчас хочу услышать твой вердикт. Можешь мне объяснить? Что ты стопнул, если у тебя аккаунт дергается? Да, у тебя дамаг дерьмо, но зачем ты не слушаешь меня? Вот почему ты сейчас не послушал меня? Зачем ты ролишь пояс с духом? Ты можешь мне это сейчас объяснить? Зачем ты ролишь пояс с духом? Хорошо, ты стопнул. Зачем ты ролишь пояс с духом? Да еще это обсудим. Зачем ты ролишь пояс с духом? Ты вообще уже, ну, с головой не дружишь? Перепутал, да. Привет. Цепи, 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 диспом. О, это вот ДКК даже. Я не знаю, мне здесь слышно, я просто не на своем компе сижу.
На, один. Всегда были в рейде игроки, которые считают себя скиллованными и не стопают. Ну, смотрят, да, что там примерно 15 человек стопнули, 1-2 там не стопнули. Да насрать на того рогу с его дамагом 4к. Он не стопает просто, когда я говорю, и все. Он бы не перевел там, даже бы если он усрался. Я не про него, я вот про ситуацию, что ни к чем там пишет. Мне вот интересно, с кем он вообще будет убивать этот ЛК и профа своим 5.9 и 4К дамагом. Гапычку будет ходить. Пока 6.1 на 11. Заманите Зузу ДК, я после Иланы зайду на этого, на ронг. Кому надо, уже встать. Зузу до кабафа, чек на бафе готовность. Ардруина на двоих, а Юр и Артвайдер на пулике на него. Белин на одном. Катапульта, Машулинг. Бердру. Все, идите, начинайте, погнали. Глупые смертные. Креста баф, да, типа вдруг? Бафните креста баф. Элоран, Фраут, Пельч, кто-то. Наши силы едины. Пульте Талдорама на Ардруину. Есть два ханта на кинетике, будьте. У вас двое, три кинетики, нормально. Всего два ханта? Всего два ханта. Отводи, отводи дальше, там дота достают. Сбежались. Эти боссы. Моя чаша полна. Умная сфера. Отлично, бейте, килиси это точечно. Ну уводи, уводи, уводи там. Я задавис. Окей. Слышно меня? Да. Бейте Геру, бейте Талдорам. Бейте. Машульника разряжай. Кинетика падает.
пульта разряжай. Можно маны шаман? Тофу залей, фули ман. Поставь тотем. А вот там ты тот ставил уже. Ты ману тут слил, я вообще не знаю. Я вдох на них. Вбейте, Волонара разбежались, выход. И вот это. Валоран, бей кинетику, у нас охотник один отъехал. Разбежались, выход. Валонар. Прибежались, выход. Льется кровь. Точечно не дебейте, тель. И прольется кровь. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Льется кровь. Насладитесь болью. И прольется кровь. Моя чаша трепещите перед... Давайте, волну от Элдоранка. Ты лут раздать не хочешь, пошел уметь? Бля, там лут еще есть. Сколько танка плачу? Вроде у тебя что есть шем уже? Я тебе не могу соколки отдавать. Ты класс не сделал какой-то. Слушай, а ты килисет кому отдал? На эмх который? Не знаю. Посмотри, я на шарах. Блять. О, ну ДК. Вроде, а зачем ты в танк спит? Так не перегревай с него, пускай танчит. Раз увидел, что у него лёд, пускай танчит.
сегодня был нормальный такой рейд ДПС, если бы это не рано. Я что-то завтыкал. Вообще. Каску дайте по ДК. По ДК нету каски. Каску приступов. МП5. Там ДК еще не набежал. Набежал, бах. Ты где? Так, меня слышно? Да, давай двигайся быстрее. Хорошо, сейчас, минутку. Вы все готовы? Где стой, стой. Танки, идите, начинай. У вас всегда выключу. Это было неразумное решение. Лог, беги. Бежанс. Побежал. Я побежал. Идите спать. Мелоран, дай сейчас антифир, пацан. Ой, ну да, антифир, или ты бабу прожмешь? С пактом. И как только у тебя спадет КД на Геру, даже Геру. Продолжение следует...
Джерем, две минуты отойду, Хризи, ну, потом четырёх. Я договорился. Ищите, громче. Кому-то надо обычки, печеньки. ДК, поворотите где? Угу. Ну, кто-то там просил этот. Ага, это я. Если этот, искусите. Еще обед. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Если я до Вальки не приду, если придру будет на рейде, Вой, Длинноухий, Фула и Машуренко будут хилить Вальку. Все, я отошел. Дотянуться до верхней полки. Thank you.
бы с ней быстро покончить! Глупый Крок! Ты сам привел мне подкрепление! Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда! Не служите! Я отгрызу ее на себя! Верните! Могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза Блети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Мы вообще мы чекнуть не можем. Джарен Рел ты не отдал. Только лутер. Спикнуться может в танка или нет? Нет. Да? Нет. Теперь слышу. А, вы по объявлению, где вы собираетесь? Метки у вас нет? Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Не могу эту кнопку тыкать. Залечите мои раны. Войт, поставь ауру коня, а Лена, поставь кастер ауру. Я пока не могу прочитать это заклинание. Болезнь станков. Подиспольте кто-нибудь. Как и шахи летаем. Вообще ничего не говорить. Так, я тут. Поставь там метку на войну, пусть сегодня летает.
Ну, эти последние порталы, там 72%. Что, рудами захиливаем? Ну, по идее, должно. Первым их надо. Йоларан, выбери Вальку в таргет и дай тоже в МХП. Да мне не бить. И Олег теперь. Я излечилась. Алкоголизм, видите? Эти поезд. А поезд это кому он подходит? Адыка. Адыка. Ну, пускай забирает. Оставаться в Хелена Синдру. Хотите. Да, оставайся. Ты дупа котрешь, так чай налил. Режиссерованная накидка, поверители, да, роль. Там же вар. Барл. Тварин что-то ролил. Кто ролил поезд? Никто же не ролил. Ты давай трейд отдам. Они должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их!
Не захиливайтесь. Татишка, установите робот. Ты тут? Не было. Это заклинание еще не готово. Чек. Дайте баф роги, кулак роги, дайте. Надо подождать. Я пока не могу подождать. ВВ готов, катапульт. Горн. По рейду. Че, а Юра покажет? Ну да, наверное. Дайте горн по рейду. ЗУДК, дай горн. ВВ готов? Ладно, начинай. Луна, друин. Усиливайте. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Войд, поставь лед. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Бежать. Забери, забери, забери. Артвейдер, ты что, не напуливаешь? Пулево? Ну почему агрится на тебя? Может быть, нулевое у кровавого ханта. Нулевое. Притвориться мертвым. Смотрим, где падает. Слева. Право. Правую и дальний склеп бейте. Центральный не бейте. Слева падает. Левый склеп бейте тоже. Слева падает. Там же падает.
Давайте. Сейчас притянет, он бежал. Стопните дома. Трохи вах, соблюдем. Мелики сильно, мелики. Твой демон, почему нету бафа? За петом садить не может. Просто лог демон. Скину. Вот он не падает. Ау. Там же падает немного дальше. Иди по склепам. По склепам стопнуть. По центру падает. Там же по центру падает. Давайте склеп. Давайте. Идем, смотрим. Метка сейчас под боссом. Или метка в сторону. Давайте Геру, давайте метку в сторону. Фера в сторону. Да еще и под боссом. Убивайте метку, следующую под босса. Метку разбить РДД. Следующая под босса. Куги под босса, мирики ушли. Скидывайте стаки, метку не дамажим. Не дамажим метку. Заскидывайте стаки. Беги, малышка, беги! Тянул. Убивайте метку. Метка под босса, фраут, мирики ушли. Следующая в сторону, следующая в сторону. В сторону Хризофилакс. Хризофилакс в сторону. Блять. Хризофилакс, ну что ты делаешь? Разбивайте все метки. Хризофилакс, ты меня слышишь, ВРК, или ты вообще не знаешь? Ты на профи меня не слышишь, тут меня не слышишь, топа в сторону. Он не ВРК. Не ВРК. А, разбивайте ледяной склеп. Следующую под босс. Супердру под босса. Каплю дайте и каплю на супердру. Скидывайте стаки, будет притяжка. Беги, малышка, беги! Следующую сторону бейте босс. Пулу разбейте только РДД. Следующая под босс. Пульта под босс. Милики ушли. Ушли милики. Давайте стаки. Следующая в сторону и будете добивать босс. Блять, херня падает сегодня. Ну да, Талик всего.
стой. О, спасибо. Потом. Роль Титаник. Защитник Роль. Осколков зарает, офигеть, да? Так, сейчас завис. Ничего, не в бойсе остается? Или собирает кто-то? Да, никто не собирает, просто упало 11 осколков, если сейчас лечал пойдет, то будет 12 из 12. Шаманы, кто подиспелит чему? Ну давай, я, наверное. Видите, квадрат. Да, звездочки. Мы дайте рыбу, есть у кого-то. Захит рыба еще. Так, рыба есть. Фласка, если есть у кого-то. Я тоже бы не отказался. У меня на ДК фласки остались. Кулак по разбойнику. Ах, там кулак, дайте там лапу. Фунтов. Спасибо. Кулак по ромбик. Сейчас. Значит, первый кружочек станет твой, тромбик станет фера. Белин станет треугольник. На второй волне будете гневы давать, как я скажу. Я там буду станет критические вальки. На третьей волне также воет кружочек Фёра, ромбик и Белин треугольник. Все, чек на баф и готовность. Дайте мага баф. Мага баф? Далее. Хан, тогда я со второго буду выступление снимать, с первого. Хорошо. Пульненько готов. Давай, запускай. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Конечно. Будешь молить о пощаде.
но я не буду слушать твои отчаянные крики. Моей безграничной мощи. ДК, дуньте в дудочку. Да будет так! Герои в атаку! Ты меня не спас. Все, погнали. РДД, не стою. Ну, смотрим. Макрозафилакс. Смотрим. Сейчас ловушка. РДД, милики, проходим тоже. Тоже проводи. Пула чума. Респа. ТД Америков тоже проводи. Дальше, еще дальше проводи. Нормально, нормально, не надо туда смещаться уже. Эти ловушка, все в квадрат, квадрат. Пойдите. Чума, перч. Ловушка, РДД. Все, танк, иди на край, танк на край, на край. Там ловушка, танк, стой, там ловушка. Первый гимнома надо. Все на край пошли? Пошли все на край, речь. Эларан, ой, гимн на хп сейчас. Давай, Эларан, гимн на хп, потом сразу гимн на мана споешь. Я шандал на ману. На пуль духа это, у меня КД. Я следующего духа на пуль. О! Следующий. Сверху добить, духа добить, ставлю квадрат. Еще трапу киньте. Вали и стан. Сустань. Три бьем. Вернение, смотрим, милик. Еще бьем. Хватит, Гер. Квадрат. Осквернение будет идти вперед лича. Вперед лича к танку. Сейчас воет, спустится вали все три. Дашь по ним гнев. Гнев по всем троим. На танке осквернение, бьем всех валь. Йора, давай. Ча, бьем на краю, оставляй лича пока что, на краю. Смотрим, сейчас будет осквернение.
Не-не, Юр, скидывай, и сразу в квадрат побежали. Квадрат, 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 резче, резче, рейд, квадрат. Трапу под лича. Саны, как я говорил. Там валь. Все валь, две вали только. Позавалены. Вернение, смотрим аккуратно, кружочек добить. Вернение аккуратно, милик. Тут и оставляй лича. Тут и оставляй, никуда не веди. Там лича. Там на край, все на край. Край. Фрал, сейчас гимн на ману споешь. Ой, гимн на хп, потом сразу гимн на ману дашь. На ману первым. Да, Ван, ты первый, я второй. Ван, ты первый, я второй. Поставьте темп. Все, поставил. КД. Ваня, так войду. Мой следующий. Сейчас все в этого духа играем. Звездочку. Снова духа бейки. Духа играем. Квадратом бегаем. Давайте сразу в квадрат. Побежали. Сюда. Это за угол. Ставим. За угол. Встали. Все, давайте по духу играем. Осквернение не вижу на ком. Дух он там невидимый. Добивайте духа. Чак трон. Лича веди, пробьем лича. Вернение смотрим. Вернение на танке. Ушли, ушли оттуда, милики, ушли. Там все к порталу. Дед с химика, что мне жнухов. Хотел другие язык, на пожалуйста. В квадрате бегаем. Там минус один хил в комнате. Кого-то поднять, когда выйдем? Да, выйдем, подымем в квадрат, ставлю. Тофа подымет Машуленьку, а Супер Дроу Артвейда. Квадрат. Давайте пробежим. Дай сок. Сразу за угол. За угол. Все, добиваем, бьем лича, осквернение смотрим, осквернение на хризофилакс. У портала, стоим у портала. Подними, Артвейдер.
будешь так стоять под духом, да? Не-не. Смотрим или ты сквернение. Куби. Где он лечен? Куда не видишь, сейчас будет комната. Мы добьем. Ой, даже диван. Не добьем, будет комната. Смотри. Убили. Комната на старшего. Старшего послушай. Так все убили, можно вайпаться. Сейчас будет вайп. Давайте поиграем, кто быстрее бегает. Давай, кто быстрее квадрата, ну-ка. Че? Смотрите, что в комнате. Не, че у вас? Ой, я же этот дух стай включил, че, то я не работает, что ли? Нет, ты же уран получаешь. Я тут бомбу обгоняю, смотри, нихуя себе. Просто она... А что, даже если сейчас 25 человек упадет, все равно он протестует местность? Ну, танки выживут, протопал ревность, работает, выживет. Хант прыгает. Кто наркоманы? Кто же сел в комнате, остался. Треснет. А чё он не кастовал, когда мы были в комнате? Это интересно. Ну, думал, вы сдохнете там. Нет, перед кем выпендриваться был. Вроде ты что делал, классный шай? Не знаю. Ты отлично обучил Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. А отхил есть у кого? Покажите. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Возможно. Давай еще такой. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Дамаг за фулл инст есть у кого-то? Да, здравствуй. Есть. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Странно, почему четвертый? Блин, я восьмой не бил двух боссов и два квартала трэша. Блин. Это что за фуэнс дамаж? Да. А можно всех 25 человек? Просто хочется посмотреть, что танк вообще дал. Сребра или стрэш? Как я пришел, начал стекать. Вот весь ДПС.
Там чуть-чуть трэш еще захватили. Вместе с танками надо? Давай после лута. А это топор кто носит? Это просто пипец. Это носят Элхи, ФДК, Роги и все. А ДК носит это топор, да? Что ДК? Фортизон. Это на офф сразу или как? Че, вы на офф все ролите, все втроем?